Я хотел бы ответить на очень важный вопрос, который сегодня задают люди. В какой день должно проходить в церкви богослужение? Сегодня есть такие верующие, которые собираются на богослужение в субботу. Почему бы и нам не начать делать то же самое, собираться в субботу? Почему мы проводим богослужение по воскресеньям? Что ж, я считаю, что есть библейские аргументы, почему церковь должна проводить богослужение по воскресеньям. И я сейчас ими с вами поделюсь. Есть одна книга, которая называется «От субботы ко дню Господнему». Написал ее доктор Карлсон. Он является профессором в семинарии Тринити. И вот что мы в ней читаем. Переход поклонения с субботы на воскресенье был намеренный, чтобы это стало своего рода отличием христиан от иудеев. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Матфея 28:1. В Евангелиях мы читаем о том, что Иисус Христос воскрес в первый день недели, по прошествии субботы. Именно поэтому первый день недели стал особенным днем, потому что это самый значимый день. Почему в большинстве христианских конфессий поклоняться Богу и отдыхать принято в воскресенье? Можно достоверно утверждать, что в ранней церкви день поклонения Богу сместился с субботы, последнего дня недели, на воскресенье, первый день недели. Со временем воскресенье стало называться Днем Господним, на том основании, что воскресение Христа произошло в первый день недели. И есть серьезные тому свидетельства. Христос воскрес в первый день недели. И это произошло, как я уже прочитал, не в субботу, а по прошествии субботы. Иисус Христос воскрес из мертвых в первый день недели. Но это еще не все. Иисус явился ученикам в первый день недели. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит: «Мир вам». Иисус мог явиться в любой день, но есть какое-то значение в том, что Он явился именно в первый день недели. Он не только воскрес в первый день недели, но и явился ученикам в первый день недели. Причем это было не раз. Далее, в противовес иудаизму, ранняя церковь стала собираться в первый день недели. Деяния 27. Павел находится в Эфесе, и мы читаем: «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Вы скажете, это совпадение, что это было в первый день недели? Но так записано, и это значимо. Почему-то они собирались именно в первый день недели, собирались как церковь. В этом было отличие, и это было сделано намеренно, чтобы их отличали от иудеев, которые собирались по субботам. И также посмотрите на то, что записано в послании к Коринфянам, 16 глава, 1 Коринфянам. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Опять же, здесь упоминается первый день недели, причем в контексте поклонения Богу. И затем мы читаем в книге «Откровение», и становится очевидно, что к концу первого века именно первый день недели стал называться Днем Господним. «Я был в духе в день воскресный, — пишет Иоанн, — и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. День воскресный». Произошел переход от субботы к воскресенью. Произошла перемена. Поэтому на протяжении многих-многих веков большинство церквей собираются в первый день, воскресенье,
на богослужение. И поклоняются они не дню, даже не тем событиям, которые произошли в тот день, в первый день недели, воскресенье Иисуса Христа. Нет, поклоняются Господу Иисусу Христу. Начинается новая эпоха, новозаветная эпоха, и она не противопоставляется Ветхой Заветней. Но в эту эпоху появляется нечто новое. Дух Божий сходит на каждого верующего. И каждый человек по вере может прийти к Иисусу Христу. Теперь, какие же доводы можно привести против законничества в отношении выбора дня для поклонения или покоя? Почему нам не следует утверждать, что все христиане должны поклоняться именно в воскресенье и ни в какой другой день? Что ж, есть определенные доводы против законничества. Бог не хочет, чтобы мы преувеличивали значение какого-то дня над другими. И, во-первых, следует сказать о том, что в Новом Завете отсутствует заповедь о поклонении в воскресенье. Нет такой заповеди «вы должны». Поклоняться именно в воскресенье. Павел не ходил из церкви в церковь и не учил, что только в воскресенье можно проводить богослужение. Во-вторых, в Новом Завете не повторяется только четвертое из 10 заповедей. Да, о субботе говорится, о покое говорится, но о заповеди, в форме заповеди мы этого не находим. В-третьих, святые дни — это тень будущего, а не повод для взаимного осуждения. И это очень важный момент. Какой именно день — не так важно. Сам принцип взаимоотношения с Богом — вот что важно, а не день поклонения. В послании к Колоссянам апостол Павел во 2 главе предупреждает об опасности оккультных практик поклонения какому-то дню и, как следствие, осуждению тех, кто так не поступает. «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Никто да не суждает вас за это». Это есть тень будущего, а тело во Христе. Поэтому не надо спорить о том, в какой день поклоняться Богу, в какой день мы ближе к Богу. Да, необходимо совместное поклонение, когда мы собираемся вместе, как церковь, и для этого необходимо выделить день. В какой-то день недели, но не следует спорить о том, какой это день недели, какой день лучше, а какой хуже. Кто-то скажет, только в воскресенье утром можно проводить богослужение. Но есть церкви, которые проводят богослужение в воскресенье вечером, а некоторые вообще в субботу вечером. И хорошее в этом то, что люди могут прийти тогда, когда им удобно. Соблюдение субботы, равно как и любая другая церковная традиция, представляет собой не путь обретения спасения или освящения. Сам день не влияет на наше спасение, но это способ углубления своих взаимоотношений со Христом. Нам нужен какой-то день, какое-то время, отделенное для Бога. Но уже не так важно, в какой конкретный день мы это делаем. В этом можно проявлять гибкость. Спасает Христос. И кто-то может строить взаимоотношения со Христом, поклоняясь Ему, скажем, в понедельник. Я много общаюсь с пасторами. И ни суббота, ни воскресенье не подходят для них, как день отдыха. Им нужен другой день недели, когда они могли бы уединиться с Богом. Потому что воскресенье можно назвать рабочим днем для служителей. Они измотаны в конце этого дня. Суббота также для них тяжелый день. Они заканчивают подготовку к проповеди и готовятся к служению. Четвертое. Суббота не может быть превыше Христа, и это очень важно. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Ни суббота, ни какой-либо другой день недели не может быть нашим Господином. Но Сын Человеческий, Иисус Христос, есть наш Господин
и Он Господин и субботы, каждого дня. Христос есть исполнение закона, а значит, все, в ком живет законодатель, стремятся Его старательно исполнять. Вот в чем дело. Позволять Ему жить в нас и менять нас соответственно. Не искать превосходства одного дня над другим и навязывать это другим верующим или даже самому себе. И дело не в том, в какой день мы поклоняемся, а дело в том, кому мы поклоняемся. Вот что важно. Пятое. Субботу следует рассматривать скорее как дар, чем как заповедь. И я думаю, что есть особый замысел в том, что в Новом Завете мы не находим заповеди субботы. В нем не говорится о том, в какой конкретный день мы должны выделить для поклонения. Это скорее приглашение, это дар. И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Мы не сотворены таким образом, чтобы подстраиваться под какой-то день для поклонения. Скорее наоборот, суббота сотворена для нас, как дар, то время, когда мы можем поклоняться и отдыхать. Это дар для нас. Это не проклятие и даже не заповедь в наше время, в нашу эпоху, которая навязывается нам. Скорее, это дар. И возникает вопрос, почему верующий противится еженедельной практике субботства, учитывая все блага и удовольствия, которые несет с собой субботний покой? Это дар от Бога. Если бы вы мне дали дар, то вы бы огорчились, если бы я его даже не открыл. И Бог нам дает дар, который мы должны принять и радоваться Ему, так как это благо для нашей жизни. Благодаря этому Он становится ближе к нам. Мы позволяем Ему менять нашу жизнь. И если я отказываюсь проводить день в уединении с Богом, то я тем самым отвергаю Божий дар. Поэтому в какой-то степени это наш выбор. Это не то, что навязывается нам. Это скорее дар, который мы можем принять, чтобы наслаждаться и радоваться. Суббота для человека, и это означает, что это Божий дар утомленному человеку. Суббота задумана Богом как способ восстановления и обновления сил, по примеру самого Творца. Исход 31:17. «Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Сам Бог покоился в седьмой день, и к этому Он и нас призывает, чтобы мы провели это время наедине с Ним. Шестое. Тот, кто же обрел спасение в Иисусе Христе, расположен соблюдать субботу во свидетельство своей веры. Послание к Евреям, 4 глава, 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». И суббота в жизни верующего свидетельствует о том, что он перестал пытаться заслужить свое спасение, но принимает спасение через Иисуса Христа, что его освящение происходит потому, что внутри него тот, кто освящает его. И осознав все это, мы способны найти покой в нем. И все, что мы не делаем после этого, мы делаем совместно с Иисусом Христом. И красота в том, что это уже не просто мой покой, но Божий покой. И верующие проявляют способность освободиться от беспокойства греха. Таким образом, субботний покой не ограничивается определенным днем недели, а становится свидетельством и образом жизни. Суббота, сам покой — это отражение небес. И пусть никто не осуждает вас за то, какой день вы избрали для поклонения Богу. Самое главное, чтобы у вас было время, отделенное для того, чтобы войти в Его присутствие и наслаждаться Богом. Аминь. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.